должна быть. Нет, она во все стороны. Вот смотрите, видите, одна из, и опять же, метод диагностики, спросите у пациента, он иногда сам все расскажет, да. Гиперкифоз у него видно, да. Но он объясняет тем, что он профессиональным плаванием занимался, да, и клетка расширяется, ну, спереди мы тебя не видели, ну, просто во все стороны. Но тебе это не доставляет никаких неудобств, да, достаточно комфортно. Все очень естественно. Да. Вот смотрите, сейчас мы будем действовать такие методы тракции на каждый отдельный позвонок. А, если у него где-то смещение небольшое, ну, можно в майке вот это делаю, через простыни, на голое тело, вот тут чуть-чуть, блок там вообще есть, функциональный, кстати, тот же самый, здесь немножко позвонок, так, пачками, незначительно, вот у меня нет таких вот подщупок просто, проверяем симметрию, по паравертебральных мышц и между ними вот этих вот осистых отростков, туда они или туда ушли. При должном опыте вы даже научитесь понимать, что вот эти осистые отростки не просто по оси сдвинулись, да, вот так вот относительно какой-то оси, а они даже немножко вот могут сам позвонок быть сдвинут. Ну, позвонок может вот так быть подвинут. А если так выступает? Или вот так вот, вот в сторону. А так не бывает? Вот туда ушел. Бывает и так тоже, да. Да, и может выходить. Вот. Ну, в данном случае чуть-чуть. Вот здесь он. И тут у него блок. А блок как зажато, что ли? Вот один блок, да, и вот тут второй. Да, прощупаем. Вот тут они очень близко, два позвонка друг к другу. Вот пережимание, да? Угу. Ну, он торчит позвоночник, так что ли, по-моему, что ли? Просто у него тоже, видишь, нюанс маленький. Вот, нет, вот этот позвонок чуть-чуть вот проедется побыстрее. Ты почувствуешь, что он чуть-чуть сюда, видишь? Вправо. А вот эти два. Ну, это где-то массажем можно расставить, да? Можно, да. Даже после массажа может идти. Пониже. Вот он. Что вы чувствуете? Еще ниже. А, вот. Вот он. Во-во-во. А здесь вот чувствую, да, помните, чупает. Тут у него мышцы. Это не позвонки, это прямо они настолько наслазали под межем, да, вот они продольные. Тоже массажем становится, да? Да. И массажем, и терапией тоже. Ну, да. Вот я там разминаю. Ниже, по-моему. Так как вот. Здесь через волокна переезжаешь, да? Да, да, как будто чуть-чуть. Как будто вот эти вот такие. Переезжаешь, да. Ну, это все тонко достаточно. Надо, чтобы показывали, что это так, как она выглядит. Вот здесь нету, вот здесь уже